Приветствую всех на своем канале. У меня немножко новый образ. Я отращиваю челку. Вот совсем другое лицо, другой вид. Немножко такая классическая более одежда. Ну, решила немножко ободком потом таким поярче сделать, потому что мне будет подходить к этому платью еще. У меня будут туфли такие. И также, конечно, чтобы просто челку забрать. Ладно, это небольшое отступление. Я хочу, в общем, сейчас, наверное, немножко в другом формате буду делать расклады. Подумаю, просто буду раскладывать на столе, приобрету какой-то красивый кашпо с цветком таким красивым и буду просто раскладывать, то есть как первые расклады мои были. Итак, начнем. Я хочу сегодня сделать расклад. Будет всего два варианта на ваше предназначение. Итак, загадываем вариант. Может быть, даже будет по три варианта, когда я буду делать. Просто на столе вы будете мои руки только видеть. Ну, будет и когда меня видеть, а потому что понимаю, что надо же, важно, кто вещает, кто говорит, а не просто там. Да? Итак, первый вариант. Каково ваше предназначение? Вы не можете сейчас в данный момент понять ваше предназначение, из-за этого бессонные ночи, из-за этого расстройства, возможно, какое-то решение нужно принять от вас, требует жизнь. Хочу сказать, вы должны стать самостоятельным, самодостаточным и сами принять все-таки это решение. То есть никто за вас это решение не примет. Особенно в наше новое время, я уже не устаю повторять, новых энергий мощных. Все, что вам нужно, если вы сейчас не можете принять решение, как я всегда говорю, уйти вглубь себя, понять, что хотите именно вы, скорее всего, у вас идет разногласие. То есть кто-то или близкий ваш человек, или просто на работе, или окружающие хотят, чтобы вы соответствовали их ожиданиям, но вы уже не можете. Скорее всего, я вот так прочитала эту карту, мне так показалось, потому что вы уже просто на грани, можно сказать, нервного срыва. Успокойтесь. Вообще вам рекомендую медитацию. Ознакомьтесь или у меня, или в интернете. И вы поймете, когда, кто вы на самом деле, найдете свое предназначение. Это произойдет не сразу, это будет небольшими шажочками. Вы будете пробовать методом проб и ошибок. И сейчас однозначно скажу, вы не знаете или двигаетесь не туда, куда нужно, либо вот вы не совсем такой не самостоятельный человек, а вас кто-то все-таки дергает в ту сторону, куда вы не хотите, то есть у вас уже такое идет раздвоение, то есть вам человек должен 50 на 50, 50% делать то, что он обязан, 50% то, что хочет он сам. Вот это как раз про вас. Итак, вариант номер два. То есть вам нужно стремиться к этому. Вариант номер один. Вариант номер два. Посмотрим, нашли ли вы свое предназначение, каково оно у вас. Итак, перспективное начало. Вы уже четко знаете свое предназначение. Вы начали, и это вам принесет большую прибыль. И больше вам скажу, у меня даже сейчас мурашки, вы вот куда сейчас начали двигаться, в какую сторону, это ваше. Это просто принимайте смелое решение. Все, вы уже начали. Уже все. Работать нужно, конечно, продолжать. Но вы уже, вот, как я всегда говорю, вот несколько дорожек вы уже выбрали ту, которая, ну, одну из тех, которые для вас. Может быть, еще хочу сказать, у вас, скорее всего, откроется сразу в нескольких направлениях. Вы не беритесь за все сразу, а делайте то, что... Вот, знаете, так бывает, открывается, открывается, это как распаковка, распечатывается, распечатывается просто знание, приходит информация. Считывайте, беритесь за то, что вам ближе всего, и когда вы понимаете, что вы уже уйдете вглубь, уже понимаете, да, что изучили эту тему, немножко, как я говорю, всегда нужно переключаться, более горизонтально распространять, допустим, это, может быть, кого-то обучать, какие-то там сети открывать чего-то, какого-то вашего, допустим, бизнеса.
Но не гонитесь сразу за двумя зайцами. То есть беритесь только, если успеваете, делайте, но берите кого-то помощников, но делайте качество. То есть я все всегда за качество, не за количество. Итак, всем вам всего доброго. Сегодня оба варианта хорошие. Первый поработать, вернее уже найти, на какую дорожку встать. Второй вариант уже работать конкретно над тем, что вы имеете сейчас в данный момент. И вообще хочу сказать, почаще находитесь в моменте здесь и сейчас. Я уже повторяю много раз, что я не просто таролог, многомерный психолог. Также обладаю знаниями в тибетской йоге, медитация, натуропатия, макробиотика. Вот иногда кажется, почему я должен знать вообще все. Поймите, вот даже сейчас медицина такая, что лечит отдельно какие-то органы. Вообще-то вы не отдельный орган, вы единая система. И когда, вот у меня даже сейчас мурашки, когда какая-то часть этой системы начинает хворать, то есть от нее уже цепляется и начинает хворать все остальное, как и в духовном, так и в физическом плане. И самое главное, когда вы будете почаще уходить вглубь себя, слушать именно, что хотите вы, не ваши дети. Вот закройте на секунду глаза просто вот прямо сейчас и подумайте, чего хотите именно вы больше всего. Ни муж, ни жена, ни брат, ни сестра, ни коллеги по работе. А что хотите именно вы? Вот что у вас просто вот сейчас на душе? Если вы находитесь в депрессии, то вы слишком долго находились просто в созерцании или делали только то, что хотите. Перекос произошел. Либо вы, наоборот, находитесь в постоянном рабстве, и вы просто делаете то, что должны. Не должно быть так. Должно быть равновесие 50 на 50. Сколько вы делаете то, что должны, столько же вы должны процентов делать то, что вы хотите сами. Потому что, вот я лишний раз говорю, вот эти расклады Таро, вот это вот все, это тоже мое предназначение, может быть, даже основное, но я все равно обязана работать на обычной работе, чтобы получить средства к существованию. Даже чтобы просто снять, я должна купить карты, приобрести, потратить деньги на интернет, чтобы это все забросить, как говорится, на YouTube. Купить, ну не купить, хотя бы сделать макияж, то есть косметика, может быть, иногда какие-то наряды для образов. Но они мне, конечно, и в повседневной жизни нужны. Но, например, не так бы это все было необходимо, если бы я не вела свой канал. То есть я тоже должна где-то получать прибыль, чтобы вложиться в то, можно сказать, что мне по душе, что мне нравится. Но я эти знания не могу не давать. Сейчас, говорю, попробуем такие варианты. Я, допустим, буду пореже появляться уже сама, но все равно, чтобы вы меня видели. И почаще будет расклады по два или по три варианта, то есть я буду просто на столе, я куплю красивый цветочек и буду вам, я тоже так иногда люблю смотреть, все, память заканчивается, буду прощаться, когда это, вот знаете, как такое медитативное такой расклад. Ну, еще раз говорю, мои расклады для тех, кто хочет работать и менять свою реальность. Всем вам благости, удачи, силы, мощной энергии. И не забывайте, вы должны жить не только для кого-то, но и для себя. И вообще в первую очередь для себя. Но не забывайте, не должно быть перекоса в ту сторону, что вы живете только для себя и делаете только то, что вам хочется. Это уже, наверное, только какие-то святые монахи-отшельники могут себе позволить быть в полном одиночестве все время. До новых встреч!